молодой человек. Здравствуйте. Привет. Смотрите, здесь какие красивые домики. Это долгострой Сочи. Ему уже несколько лет. Так здесь люди сидят, отдыхают, наслаждаются морем. Вы посмотрите на эту лестницу. Вот, ну, это же стыдно. Ребят, ну как вам вид? Как вы думаете, так должно быть? Мне кажется, кто-то пошел купаться. В общем, ребят, пляж нам не понравился. Всем большой-большой привет. Смотрите сзади меня. Какая красота. Желтенькие. Меня просили сегодня в Инстаграме записать, как цветет мимоза. Но пока я еще ее не видела, как она цветет. Говорят, что она зацвела. Если увижу, обязательно вам покажу и засниму. А сегодня я предлагаю вам прогуляться вместе со мной на пляж, район Приморье, и покажу здесь, как красиво. Смотрите, вот такие виды открываются. Морешко. Смотрите, здесь какие красивые домики. Ухоженные такие. И даже кажется, что ты не в России. Там вон горы. Смотрите, какой красивый дом. Тоже весь зеленый, такой ухоженный. И вид у него такой хорошенький, я думаю, на море. Летом тут все вообще зеленое. И эти деревья полностью зеленые. Кошка, кошка, куда побежала? Смотрите, сейчас, конечно, солнечно, и море совсем не видно. Но ты идешь такой, наслаждаешься видом, а тут дух, большущее здание, весь вид портит. Раз, опять второе. И посмотрите, еще что-то здесь собрались строить. И вот этого шикарного вида, которого сейчас, к сожалению, из-за солнышка не видите, скоро не будет. Такой идешь, наслаждаешься морем, а потом тебе все удовольствие портит это вот, не знаю, как это назвать, издевательство, в общем. Не прекращаются вот эти вот перекрывания вида шикарного моря вот такими ужасными стройками. Вон там море. А вот здесь скоро будет что-то. Ну что, я вон сейчас с дяденьками-строителями поговорила, уж не стала их снимать. Они сказали, что будут строить частный дом, не многоэтажный, так что это здорово, потому что вид у нас останется. Это будет классно. Ну все, иду, я уже почти спустилась к курортному. Вон оно, морешко. Не видно, солнышко сегодня очень яркое. И уже часа три, наверное, и как раз оно над морем, и его совсем сейчас не видно. Тут рядышком находится санаторий «Искра». Вот его бассейн виднеется. Почти мы приблизились к курортному проспекту. Молодой человек, здравствуйте. Привет. Сегодня какая классная погода, да? Вообще огонь. Обещают воскресенье плюс 17. На курортный проспект, и сейчас пойдем прямо и будем искать спуск к пляжу. Сейчас проходим мимо отеля Radisson Лазурная. Смотрите, какой он высокий. Там хорошая спа-зона, бассейн открытый, закрытый. Также продаются абонементы, но там цены какие-то космические, дороже в 2 раза, чем в Заполярье. А мы идем дальше. По дороге к морю мы можем наблюдать вот это замечательное высокое строение. Этот ЖК называется Сан-Сити. Это долгострой Сочи. Ему уже несколько лет, и он по-прежнему в таком состоянии. Летом кто-то из риэлторов объявлял, что здесь вновь открыли продажи, и застройщик договорился с администрацией города, что все будет окей, и все квартиры будут сданы. Но опять все по-прежнему стоит и загораживает нам офигенский вид на море. А еще послушайте, какой здесь шум! Я ору! Курортный проспект. Чтобы вы понимали, посмотрите, какой он огромный. Это Сан-Сити. И плавно подходим к замечательному комплексу апартаментов Актер Galaxy. Смотрите, какой он огромный, просто нереально большой. А вон там он виднеется море. Но вам его не видно. Да.
Вот такая входная группа в Актер Galaxy. Все очень серьезно. Здесь КПП. Все по-взрослому. Ну а мы идем дальше. Прямо напротив Актер Galaxy имеется подземный переход на другую сторону курортного проспекта. А также есть лифт, но мне кажется, он не работает. И как обычно, не забываем подписываться на наш инстаграм и смотрим крутые сторис в прямом эфире. Да, Таня? Да, ты снимался? Так, ну а мы подошли уже к улице Исауленко. Здесь достаточно много жилых комплексов, есть новостройки. Напротив меня это районный суд Хостинского района, а дальше администрация Хостинского района. А мы идем в поисках спуска к морю. Вступили на тропу к морю. Вот такая здесь лесенка. Лестница, конечно, оставляет желать лучшего. Вон там. Понятно, что никому дела до этого нет, администрации Хостинского района особенно, наверное. Вон там вон виднеется море. Пойдемте. Ну вы посмотрите на эту лестницу. Вот, ну это же стыдно должно быть. Курортный город, все разбито, наверное, с 90-х годов. Кстати, там довольно-таки так круто. Ну что это такое? Ну что? Ну, я бы, наверное, отбила бы желание ходить по таким ступенькам к морю. Каждый день. Каждый день. Людей должны были предусмотреть какой-то спуск. Я не знаю. Ну вот как вот допустим. Тань, кому это надо, скажи мне? Вот кому? Значит, как человеку с ограниченными возможностями спуститься? Никак. В общем, я решил срезать. А теперь куда идти? Все-таки фуникулер здесь был в советские годы. Ну а сейчас дела до этого никому, конечно же, нету. Нашли мы спуск к пляжу. Ребят, ну как вам вид? Как вы думаете, так должно быть? Вон прям машина здесь стоит. Прямо на машине можно, смотрите, подъехать как. Обалденно, да? Ну и вот мы на пляже. Минут 15 дорогу, да, ушло у нас? Минут 15 и мы на пляже. Крупная галька. Пляж нам не понравился. Лучше сходить на пляж Металлург. Он похож на этот, но он более симпатичный, так скажем. Мне кажется, кто-то пошел купаться. 2 февраля. Температура воды, наверное, плюс 7 где-то. Молодец он. Хочешь искупаться также? Хочу. Я шапку одела, какой искупаться? Ветер здесь сильный. Я уже замерзла и горло хочу закрыть. И уже вечереет, солнце уже не так сильно греет. На выходные будет тепло!
Короче, сюда я ходить больше не пойду никогда. Во-первых, меня разочаровал спуск сюда. Мало того, что тяжело спускаться, при всем этом ужасные ступеньки в ужасном состоянии. Вот, ну и пляж. Мне не понравился вход, узкая береговая линия. Я лучше на Металлург съезжу. А пляж Металлурга. Итак, мы не стали подниматься вверх по той лестнице, по которой поднимались. Оказывается, здесь находится и проходит мимо тропа здоровья. Она начинается от стадиона и идет вдоль курортного проспекта, вдоль моря. И мы как раз наткнулись на нее, спросили, и вот идем сейчас по этой тропе. Сказали, что где-то то ли в Акторе Гэлакси, либо в Рэдисон Лазурная есть выход на курортный, вот сейчас попытаемся выйти. Надеюсь, у нас это получится. Вот так здесь люди сидят, отдыхают, наслаждаются морем и прогуливаются по этой тропе. Пляж санатория, детского санатория «Юность». Но мы уже туда не пойдем. Мы поднимаемся вот по этой лестнице. Сказали, что вот эта лестница ведет на курортный проспект. Здесь ступеньки получше. Итак, вот отсюда мы поднялись. И если пойти в сторону моря, то там будет пляж санатория «Искра». Как-нибудь мы туда тоже доберемся. А сейчас мы поднимаемся к курортному проспекту, и мы идем вон туда. Ну и вот таким образом мы поднимаемся по дороге. Получается, с правой стороны у нас Акторе Гэлакси, а с левой санаторий Акторе. Ну, в общем-то, смотрите, где мы поднялись. С правой стороны Акторе. А с левой Рэдисон. А там Сан-Сити. Можно было не делать такой крюк, а сразу здесь спуститься. Но мы подумали, что здесь спуска нету. А вот он. И туда. Вон туда. Но мы рады, что мы срезали. Что не стали подниматься по этой ужасной корявой лестнице. Прошлись, узнали, где тропа здоровья. Теперь нужно сделать вылазку и пройтись по всей тропе здоровья. Ну, в общем-то, вот такая прогулочка. Алексей сейчас меня догонит. Всем до новых встреч. Пока-пока, задавайте свои вопросы. Ставьте пальцы вверх. Пока.